вытираем фуру щели. Сегодняшние спецучастки рисовались именно из того моего понимания, как оно должно быть на самом деле. Жейка за границей, это рай. Вот если рай есть, наверное, это, наверное, где-то здесь. А уж для джипера это просто мекка. Это просто мекка. Вы, по-моему, по ровному вообще ходить не можете и ездить. Мне тут ребята говорят, а зачем, говорят, в машине повышенная передача? Мы всегда вверх, по пониженной, вниз, на пониженной. Ну, так шутят. Нет, хорошие нормальные уровни. Машины есть очень серьезно подготовленные, которые могут потягаться и тягаются. И, не знаю, мне регион, я впервые в этом регионе, я очень-то влюбился в него. Мне очень понравилось и люди, и радушие, и природа. Но вот на сегодняшний день могу сказать так. Из тех, что я видел, а я был на двух малайзийских, в Шри-Ланке был, в России, соответственно, почти на всех был, в Белоруссию мы ездили, там проводили, вот через 2 недели в Смоленск поедем. Вот на сегодняшний день, мое мнение, это самое лучшее организованное RFSI, включая малайзийского. 5 с плюсом, вот может только позавидовать, просто молодцы. Пятигорский клуб
4×4 мы поздравляем с тем, что они теперь, я для себя принимаю решение, они будут теперь региональным представителем. И все, что касается не только КМВ, а скорее всего всего Кавказского региона с нашей стороны России, если кто-то будет проводить мероприятие и захочет вступить в большую семью РФС, он сначала будет приходить в клуб КМВ, показывать, что он может сделать, как он может сделать, для того, чтобы высокое знамя РФС не упало, а потом будет уже утверждать там в Москве и так далее. Поэтому вот как региональный, я считаю, РФС очень выиграл и очень победил. Ну и плюс природа, конечно. Природа, ну, просто обалденная. Это не наши равнины, здесь и горы, здесь и вода, здесь и камни, и перегоны. Ну, просто замечательно.